Проиграла финал, извинилась, но тем не менее сотворила сенсацию. Александра Соснович уступила Элине Свитолиной в решающем матче турнира категории «Премьер» в Брисбене. По ходу всех соревнований Александра Соснович показывала уверенный и красивый теннис, но сил справиться с шестой ракеткой мира не хватило. Итог 2-6, 1-6. Украинка крушила эйсами 10 против 1 Александры. Соснович, в отличие от своей соперницы, провела в Брисбене 8 матчей, из них только 3, чтобы выйти из квалификации. В основном раунде соперницами Соснович были теннисистки, значительно опережавшие нашу 88-ю ракетку миру. 11-я в рейтинге Кристина Младенович, 16-я ракетка Анастасия Севастова. Игроки 4-го десятка Анет Кантавейт и Ализа Корне. Трижды белорусским приходилось отыгрываться, уступая в первом сете. Александра еще раз доказала, что готова бороться в каждом матче до последнего гейма, что и делала в финале. Но длинная и трудная неделя дала о себе знать. Спасибо большое, что вы всегда рядом, вне зависимости от результата. Я вас всех очень люблю и спасибо вам за поддержку. В обновленном рейтинге ВТА уже в понедельник Александр Соснович поднимется на 53-ю позицию, вернув тем самым себе звание первой ракетки Беларуси. Белорусская сделает скачок на 35 строчек вверх. Следующим стартом для нашей теннисистки станет первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open.